Народ, приветствую вас на канале High Invest Profit. Этот канал создан для тех, кто хочет научиться разбираться в высокоприбыльных инвестициях. Здесь мы будем делать все для того, чтобы вы стали профессионалом и не попадали на деньги. Сегодня мы рассмотрим инвестиционный проект Profit Foundation, который стартовал 15 июля 2019 года и предлагает зарабатывать от 1,25% до 2,6% на ежедневной основе. Официальный сайт проекта profit.foundation. В техническом плане можно отметить оригинальный дизайн и уникальный контент, SSL-сертификат плюс Green Bar и выделенный сервер. На главной странице мы видим анимированный дизайн и очень интересное наполнение сайта. Присутствует большой выбор доступных каналов связи с администрацией, включая представительство проекта во многих социальных сетях и наличие нескольких языковых версий, среди которых русский язык. В свободном доступе представлена продолжительность проекта, и объем вложенных выведенных средств. Часто задаваемые вопросы, которые не особо интересны, так как такое есть уже у всех. Кстати, увидеть тарифные планы можно только после регистрации в проекте. И вы, конечно, можете зарегистрироваться, но я регистрироваться не буду, так как я и так знаю, что там внутри. По легенде, данная компания является децентрализированным инвестиционным фондом, который основан на идее и технологии блокчейн с интеграцией искусственного интеллекта. Основная задача Profit Foundation – разработка и применение элементов искусственного интеллекта для решения текущих проблем IT-индустрии и криптоиндустрии в частности, а также внедрение искусственного интеллекта и робототехники с целью максимального упрощения и доступности всех финансовых услуг. Profit Foundation имеет официальную регистрацию в Великобритании с номером 119-34-147. Для новичков это типа круто. Но на это можно внимание вообще не обращать, так как это говорит нам про то, что администрация просто не пожалела лишних 150-180 долларов на эти документы. У проекта есть собственная дорожная карта. Согласно ей, в Profit Foundation создается основанная на технологии блокчейна и искусственном интеллекте замкнутая инфраструктура, которая будет включать в себя банк цифровых активов, обменник цифровых валют и собственную криптовалюту. Profit Foundation Coin. Всего в проекте 4 варианта для инвестирования. Здесь есть планы с включенным депозитом выплаты и возвратом депозита в конце срока. Первый план – это прибыль 2,6% ежедневно, сроки вложения 53 дня, размер депозита от 5 до 3,5 тысяч долларов. Депозит включен в выплаты, чистая прибыль 37,8%. Второй план – прибыль 1,25% ежедневно, сроки вложения 53 дня, размер депозита от 35 до 350 долларов. Депозит возвращается в конце срока. Чистая прибыль 66,25%. Третий план. Прибыль 141,86% в конце срока. Сроки вложения 26 дней. Размер депозита от 80 до 350 долларов. Депозиты проценты возвращаются в конце срока. Чистая прибыль 37,8%. И четвертый план. Прибыль 106,4% в конце срока. Сроки вложения 8 дней. Размер депозита от 350 до 800 долларов. Депозиты проценты возвращаются в конце срока. Чистая прибыль 106,4%. В принципе, все 4 плана являются рабочими. Размер минимальной суммы вклада 5 долларов. Также есть ограничения до 350 и 800 долларов. То есть особо крупную сумму тут не потерять. Ну и поскольку перед нами проект основанный на легенде с криптовалютой, то когда вы открываете депозит на данной инвестиционной платформе, то одновременно получаете на свой баланс некоторое количество токенов компании, соответствующее текущему курсу токенов. К примеру, вы инвестируете 350 долларов, и помимо основного баланса вы получаете в придачу также токены в количестве 350 тысяч штук. Так как на данный момент токены проекта еще находятся в свободной продаже и пока выполняют лишь функцию внутренней валюты компании, их цена фиксирована и составляет 1 токен равен 0,01 доллара. Выплаты осуществляются в ручном режиме, регламент 24 часа. Ресурс работает с 8 электронными платежными системами. Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Dash, количество которых может увеличиваться. И это уже показатель того, что админ хайпа постарался. Мультирегистрации запрещены, количество активных депозитов на одного инвестора не ограничено. Реферальная программа трехуровневая, разделена по 3 условиям. Стандартные условия – это 5, 1 и 1%. Представительские условия – это 7, 2 и 1%. И директорские условия – 10, 3 и 2%. Переходим в поисковую систему и ищем Profit.Foundation для того, чтобы посмотреть, как проект проводит свою рекламную кампанию. Это самое главное, так как это даст ответ на вопрос, стоит ли сюда вкладывать вообще какие-либо деньги и возможно ли здесь прибыль. Первое, что мы видим, это официальный сайт компании, который мы только что рассмотрели. Далее, самый популярный форум MMGP разместил информацию о данном проекте. А также и HighBest разместил информацию о Profit Foundation. Далее всего лишь одно видео того, кто инвестировал сюда и рекламирует данный проект. Как он утверждает, здесь он выводит каждый день и скоро выйдет в безубыток. В общем, в проекте универсальный маркетинг, что позволяет завлечь внимание огромной аудитории инвесторов. Спасибо за внимание. Будьте с нами для того, чтобы всегда быть в курсе.